Цибульский. И хорошая передача, крайне опасная. Какой сейв Паскуале, там нет гола. В обратную сторону атака, какой момент Паскуале спасает. В составах команд, причем они так по моменту Плотникова. Моментище, я бы даже сказал, но Паскуале не трогнул. А сейчас Вальмарк и снова Паскуале. Он прочитал развитие событий, он начал перемещаться. И Паскуале просто вынужден отбиваться. Вальмарк на дальнюю. Рефери, который не увидел этот гол, но игра продолжается. Встречает на входе в зону соперника. Ого! Спасение от Паскуале. Собирается, бросок из-под защитника, и Паскуале эффектнейший сейв совершает и ставит эту игру на паузу.